Ульяновские музыканты симфонического оркестра под руководством заслуженного артиста России Юрия Ткаченко готовят новогоднюю программу. Московский дирижер подобрал яркую искрящуюся музыку для последнего в этом году выступления. На концерте прозвучат торжественные марши и вальсы Иоганна Штрауса. Мы будем следовать классическим традициям венского бала и праздника Рождества в России. Первая часть программы будет связана с венской классикой, с Иоганном Штраусом и его родственниками. Вторая часть программы – это будет Чайковский. И будет несколько сюрпризов. Какие сюрпризы? Еще, по-моему, 1-2 билета осталось в продаже. Тот, кто придет, тот посмотрит. Со сцены прозвучит и знаменитая песня про елочку, виртуозной аранжировки и композиция «Пожелание счастливого Нового года» от группы «Абба». Эти хиты исполнят певцы-солисты Ульяновской филармонии в сопровождении оркестра. Маэстро Юрий Ткаченко поздравил зрителей у «Правда ТВ» с наступающим Новым годом. Прежде всего, я хочу поздравить всех жителей Ульяновской области с наступающим праздником, светлым Новым годом, чтобы в Новом году желаю всем, чтобы было все радостно, чтобы все получилось, чтобы никто не болел, и всех было только хорошее настроение и удача. Напомним, концерт состоится 31 декабря в 17:00 во Дворце культуры «Губернаторский». Всем гостям необходимо будет предъявить QR-код и соблюдать масочный режим. Виктория Чиркова, Даниил Сурков. Управда ТВ.